расскажу о необычной находке этого зимнего сезона. Необычно для меня она в первую очередь потому, что в том квадрате я уже нырял сотни раз за прошлые 10 лет. Есть места новые, где ты ныряешь впервые и готов в принципе к любым вариантам подводного рельефа. Но когда на участке фарватера знаешь буквально каждый камушек, да и глубина составляет не больше 8 метров, то тяжело поверить увиденному. Огромный затопленный катер, лежащий поперек течения, в том месте, о котором идет речь, создает ощущение Эвереста в пустыне, не заметить который в принципе невозможно. Катер относительно свежий. Я могу сделать такие выводы по не слишком густому заселению дрейсены. И все еще просматривающимся цветовым фрагментом его покрытия. Но как ни крути, все равно лежит он там не год и не два. У меня лично складывается впечатление, что оказался он там не случайно. Думаю, кто-то из рыболовов затопил его под свои рыбацкие нужды. Ведь он изрядно пригружен гранитом. Хотя как это выглядело практически, лично мне представить сложно.